Приветствую, меня зовут Сокол, и сегодня мы продолжаем сравнивать ремейк и оригинал. Да, это почти что копипаст шоу-критика, но мне насрать. Итак, далее будут небольшие спойлеры, так что выключайте те, кто боится испортить себе впечатление от фильма. Встали и ушли. Ремейки делать. Итак, американский олдбой Спайка Ли и корейский олдбой режиссера Пак Чхан Ука. Естественно, что оригинал имеет значительный перевес в количестве наград, в любви критиков и зрителей по одной простой причине. Он вышел раньше, он оригинален. Только в этом ли дело? Давайте разберемся. Корейский олдбой — это один из немногих фильмов, которому я готов поставить оценку близкую к 10. Но Спайк Ли обещал нам, что будет не та же история, а некое переосмысление картины Пак Чхан Ука, в основу которого легла одноименная манга японских авторов Гарона Цутии и Набуаки Минагиси. Итак, я посмотрел новый фильм и сразу скажу, что Спайк Ли нас обманул. Давайте начнем сравнение. Хочу сконцентрироваться на трех аспектах: главные персонажи, сюжет и его детали, и смысловая наградка. Нагрузка. Главные персонажи. История о том, как одного не самого приятного человека пленят на длительный срок заключения в частную тюрьму. Причины сего не объясняются. В общем, начинается все как классический роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». В корейском варианте узника играет Чхве Мин Сик, в американском Джош Бролин. И каждый актер сыграл его по-своему. Джош Бролин отлично играет прочувственно и самоотверженно. Его герою веришь и сочувствуешь. Но Чхве Мин Сик сыграл этого персонажа не менее круто. Он играл практически одними глазами. Эмоций на лице почти не было, но глаза выражали весь тот ужас, что он пережил. Надо признаться в том, что персонажи хоть и в схожих ситуациях, но все же они разные. В корейском фильме это очень неоднозначный герой. И ты весь фильм смотришь на него и не знаешь, сопереживать ему или нет. Сомнения в том, что он не до конца положительный, не покидают тебя до самого финала. И только там уже можно точно понять, что он далеко не ангел. Персонаж Джоша Бролина, наоборот, исправляется, сидя в тюрьме. Становится образцом для подражания почти что. Злой, суровый и уверенный в себе герой, которого жестко обманули, и за это он собирается мстить. Типичная история. В такой ситуации все его прошлые проказы воспринимаются как то, что было где-то в другой жизни. И у персонажа пропадает второе дно. Слишком он уж однозначный и прямолинейный. Теперь то, что в фильме Спайка Ли не удалось. Главный антагонист. Тут не вина актера Шарлотта Копли. Я думаю, он намеренно играл так истерично. У него вышел замученный неврастенник с огромными детскими комплексами. Мотивы его были не настолько сильны, как в фильме Пак Чхан Ука. Все, что связано с ним, Спайк Ли, на мой взгляд, сделал слишком отвратительно, чтобы на его фоне герой Джоша Бролина смотрелся выигрышней. Этого не было в корейском олдбое. О Де Су, так в оригинале звали главного персонажа, действительно сломал жизнь героя в исполнении Ю Джи Тэ и жизнь его сестры. Он действительно разрушил любовь своего противника и обрек на жизнь полную страданий и жажды мести. Главному антагонисту сопереживаешь в итоге чуть ли не больше, чем О Де Су. То, что он сделал, было полностью оправдано. Плюс ко всему, персонаж Ю Джи Тэ на фоне Шарлотта Копли выглядит увереннее, спокойнее и мощнее. Победа корейского олдбоя, несмотря на то, что Бролин сыграл отлично. Теперь перейдем ко второму пункту. Сюжет и детали. Детали. Мелочи делают сухую историю живее и интереснее. Так вот, в деталях корейский фильм лучше. История главного антагониста проработана лучше. Его мотивация пусть и спорна, но целиком и полностью оправдывает его поступки. В американском фильме, ну это пипец какой-то. Блин, я не могу об этом молчать. Семейка, где всех время от времени потрахивает родной папаша, причем при виде него дети сразу начинают раздеваться. Не важно, что у него ружье на взводе. Привет, папа, да-да-да, я уже штаники снимаю, да-да-да. Отвратительно и совершенно не оправдывает жажду мести. Джошу Бролину начинаешь даже больше симпатизировать после того, как эта семейка... В общем, увидите в кино. И концовка в новом фильме — откровенное дерьмо голливудское. И потом в ремейке кое-какие вещи весьма сильно притянуты. В оригинале каждое действие неплохо объяснено. Ну а некоторые мелочи и сцены, которые в корейском фильме были уместны, практически полностью скопированы, и здесь они смотрятся как бельмо на глазу. То есть совершенно инородными. Взять хотя бы самую известную сцену. Бой, снятый одним планом в коридоре, где главный герой мочит врагов молотком, а потом и вовсе голыми руками. В корейском фильме не вызывает сомнений, что бандиты, используя навыки азиатского мордобоя, пытаются остановить Де Су. И я ни в жизни не поверю, что то же самое может быть где-то в Америке. Ну нахрен! Мелкие детали, алкоголизм, китайские пельмени, вырывание зубов, разрезание глотки — все эти мелочи играют не в пользу ремейка. Так что балл заслуживает корейский фильм. И теперь конечный пункт.
смысловая нагрузка. Как ни крути, но новый «Олдбой» выглядит как обыкновенный триллер с нарастающим напряжением сюжета и неожиданной развязкой. К сожалению, фильм не оставляет после себя практически ничего. Я ни о чем не задумался, мне предельно ясно разжевали, кто говно, кто герой, где плохо, а где хорошо. В общем, это обыкновенная история мести, в отличие от оригинала. Оригинал несет в себе много мыслей. Фильм до конца не уверен в правоте любого из персонажей. Поступки каждого неоднозначны. Нельзя сказать, что правильно, а что нет. Сомнения есть во всем, и размышлять можно над многим. Там есть вечные вопросы. Что такое любовь? В чем смысл жизни? Как жить дальше, если уже пришел к своей цели? Что лучше? Ложь, но счастье? Или правда, но страдание? Ничего этого нет в простом и прямолинейном фильме Спайка Ли. Картина Пак Чхан Ука. Скорее философская притча, в которой речь идет не о мести, а о преступлении и наказании за него. Даже имя О Десу несет смысловую нагрузку. Это значит «живущий одним днем», что полностью характеризует персонажа. Однозначная победа корейского олдбоя. Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве. Если смотреть американский фильм в отрыве от корейского, то фильм заслуживает 7 баллов из 10. Если же оценивать его, зная оригинал, то фильм тянет максимум на 4,5-5. И то только за старания Бролина. В итоге это более-менее сносная, но все же ненужная адаптация. Смотрите лучше оригинал Пак Чхан Ука. Ну а рекомендовать я сегодня буду художественный фильм «Плутовство». В оригинале он, конечно, называется посложнее, он называется «Хвост виляет собакой». Собственно, этот фильм о том, как малое управляет большим. Малое — это пара человек всего лишь, а большое — это целое государство. В главных ролях Дастин Хоффман и Роберт Де Ниро. Поверьте, блестящий актерский дуэт. Спонсором данной рубрики является приложение Rating Goods, доступное как для андроидов, так и для iOS. Все, что необходимо, это скачать его и с помощью него просканировать любой товар, на котором есть штрих-код. Вы можете прочитать отзывы других людей, которые имели дело с этим товаром. Итак, запускаем приложение, сканируем наш диск. Художественный фильм «Плутовство». Теперь я его оцениваю. Я поставил этому фильму оценку. За кадром я напишу отзыв, а также плюсы и минусы к этому фильму. Вы можете прочитать их, перейдя по ссылке в описании. Можете посмотреть этот фильм сегодня же, или же пересмотреть, если уже видели. И приятного вам вечера! Что ж, с вами был Сокол, высказывал свое мнение. Сходите в кино и составьте свое. Пока! Смотрите лучше оригинал Смотрите лучше оригинал Пан Чхан Пхот. Пан Чхан. Пан Чан. Сука. Смотрите лучше оригинал Пан Чхан.